Здравствуйте, меня зовут Екатерина Караваева. Прямо сейчас будем говорить только о хороших новостях. Расскажут нам их волгоградцы. Последнее хорошее, что случилось за последнюю вот эту неделю, это потепление. Наконец-то я могу позволить себе одеть легкие перчатки и легкую куртку. Мы встретились, завтра выпускной. Готовитесь к нему? Конечно, вот идем готовиться. Что, сессию сдали? Все замечательно. Все потихонечку идет. Все путем и своим чередом. Случился Татьянин день. Недавно съездила в Пензу. Город, правда, очень красивый, уютный. Советую съездить. Ну, в общем, вот. Мы встречаемся 2 года, жене замуж предложили. Ну как, я это вообще не ожидала этого. Он просто пришел и при родителях сказал, что все, осенью свадьба. Сын с армии пришел, на работу устроился. Меня очень радует моя внучка Людочка, первоклассница. Ну, у меня первых 2 внуков, так что каждый день радость. Друг купил фотоаппарат, сейчас будем фотографироваться, хорошие фотографии будут. И это были все хорошие новости, которыми успели поделиться волгоградцы. Смотрите нас не только в эфире, но и на сайте. До скорых встреч!